друзья, обочина. По обочине кто? Вот. Но так как у них нет звукового сигнала, мы не обязаны их пропускать по обочине. Пропусковые маячки дают им право только отступать от ПДД. Ну, не более того. А чтобы у них было преимущество... Ты что, поворотники есть где-то? Что это такое-то? Вот. Понятно, что мигалки, но поворотники лучше включать. И пошел по встречке. Интересно, а поезд? Давайте поезд, он сможете? Но самое главное, друзья, они еще должны убедиться, что им предоставляют преимущество, прежде чем воспользоваться. Они тоже часто об этом забывают. И желательно, конечно, сотрудникам полиции даже при включенных проблесковых маячках пользоваться поворотниками, потому что вы и так отступаете от ПДД. И вокруг водители должны знать ваш маневр, куда вы собираетесь там. На встречку уйти там, или какой-нибудь кювет куда-то. Должны понимать, чтобы смогли вам предоставить преимущество, а не так, что вы тупо включаете это и подрезаете. Так не пойдет. Повнимательнее, пожалуйста. Всем удачи на дороге.